Друг мой! О, господин комиссар! Я хочу вам представить моих иностранных коллег. Комендаторе Риганти. Коместа. И его сотрудник, капитан Мюллер. Зер Ангенем. Я имел смелость пообещать господину Мюллеру, что вы дадите ему рецепт вашего картофельного суфле. Да, да, очень прошу. Вы просите, чтобы я выдал профессиональную тайну? Ну, дружище. Так и быть, ради вас, господин комиссар, ради вас. Так вот, вы берете 1 килограмм картофель. На сколько персон? Ну, смотря какие персоны. На 6 персон нормальных или на 2 персоны ненормальные. Гроссе персоны. Итак, 1 килограмм картофель, 1 литр мильх, яиц 3 штуки, 90 граммов масла, сало и мускатный орех. Мускатнус. Я повторяю, их видерхолле. 1 килограмм картофель, 1 литр мильх, 3 эйр, 90 грамм бутер, зальц и мускатнус. Мускатнус, херр Мюллер. Сеньор Янти, господин комиссар, вы меня поняли, херр Мюллер? Да. Auf Wiedersehen, Herr Müller.